Альфа Джульетта. Откручиваем масляный фильтр. Для этого снимаем обязательно колесо. И через вот это отверстие добираемся до фильтра. Фильтр стоит вон там. Ключ на 32. Головка не подходит. Упирается в балку. Поэтому приходится рожковым ключом по чуть-чуть ее откручивать. Сейчас. Угу. 32 ключик. Так, сейчас потихоньку. Пошло потихоньку. Очень неудобно. И рукой туда тоже хрен подлезешь. Спецключ нужен. Пошла от руки. Сейчас мы тебя вот так вот сделаем. Так. Все, пошла. Вот мы его видим. Фильтр. Вот, от руки уже крутится. Сейчас посмотрим, как он вытащится. О, все, сейчас тут все течет. Вот так вот. Хоп. Колечко новое поставили, сейчас будем засовывать обратно. Фильтр мы уже поставили. Неудобно сливать масло очень. Вот. Все. Ставим на место пробку, закручиваем. Ключ на 32. Сейчас резьбу попасть. Вот, все попали. Закручиваем. Втираем. Все, маслечко уже пролилось. Ну, ничего не сделаешь, по-другому не сольешь. Еще не хватало замену масла делать со снятием двигателя, блин. Это вообще идея интересная, блин. Надо подкинуть к конструкторам, блин. Дальше надо воздух сейчас менять. Масляный фильтр поменяли, поставили, все добре. Сейчас снимаем воздушный фильтр.